Отпуск 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри подходит к концу. Супруги наслаждаются последними днями отдыха вместе с 7-месячным сыном в Канаде. Во время прогулки по природному парку Хорт-Хилл Риджинал Парк герцога и герцогиня Сассекские случайно встретились с двумя местными жителями. Асенина Канторович вместе с возлюбленным Ильей Павловичем отправилась в это популярное место, чтобы сделать красивые снимки. Пара устроила пикник, а потом приступила к фотографированию. Они пытались сделать кадры с помощью селфи-палки. Влюбленные просматривали фото, а потом увидели рядом группу людей, с которыми были две собаки. Одно из животных приблизилось к Асемине и Илье. За собакой к ним подошла одна женщина из этой компании. Она спросила, не нужно ли их сфотографировать. Канторович и Павлович ответила согласием, они не узнали, что свою помощь им предложила супруга британского принца. Асемина призналась, что сначала узнала только актрису Эбигейл Спенсер, которая снималась с Меган Маркл в форс-мажорах. Тогда девушка поняла, кто помог ей сделать фото. Я замерла. Я даже не могла поверить, что это она. Потом я посмотрела на их компанию и поняла, что с ним был и принц Гарри, рассказала о неожиданной встрече местная жительница в беседе с Daily Mail. Меган Маркл подвела итоги года. Герцогиня Кембриджская тоже показала самые яркие моменты своего года. Появился список новогодних обещаний герцогини Сассекской.